Завтра в Чебоксарах состоится парад дружбы народов России. Представители более 20 национально-культурных объединений Чуваши в нарядных костюмах пройдут от площади Республики до Красной. В шествии примут участие трудовые коллективы, горожане, студенты и школьники, а также гости из 30 регионов страны. Они соберутся перед старым домом правительства в 10 утра, поэтому с этого момента движение транспорта в центре города будет ограничено. По улице Дзержинского перекроют участок от филармонии до перекрестка с улицей Карла Маркса. Проехать нельзя будет и по улице композиторов Воробьевых, от дома мод до национального конгресса.